Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев провел очередной прием граждан по личным вопросам. На этой встрече рассмотрен ряд земельно-имущественных отношений. Жительница Ходькова обратилась к главе за помощью в оформлении в собственность земельного участка под домом, находящимся в собственности еще с 1937 года. Землю я начала оформлять с 2012 года, когда здесь Ракетский был, вот когда сделали эту схему. И уже сдавала, вот сколько получала отказов. Ну, прям как в карты играть. Да, но я, знаете, я педагог по образованию, и я поэтому все, чтобы наглядно было. Женщина то и дело приносила чиновникам разрешающие документы из профильных организаций, но вопрос так и не решался. Сейчас она ожидает ответ от МАЭСК по поводу столба, находящегося на участке. Как отметил замглавы района по земельным вопросам Михаил Горбачев, после получения согласования от сетевой компании необходимо подготовить кадастровую схему, которая позволит, наконец, оформить землю в собственность. Михаил Токарев поручил заместителю взять ситуацию на личный контроль и посодействовать в скорейшем завершении процедуры. Придете к нему без очереди, он все посмотрит, проверит и скажет, все, все документы в порядке, идете МФЦ и сдавайте. Да. Другое обращение к главе поступило от участников общества РУЗА. С 2007 года они пытаются изменить вид использования земли сельхозназначения. С 1998 года мы получили эту землю. Ну, угу. Наверное, в курсе дела всего. Угу. Фермера. Да, как КФК. Поэтому мы с 2007 года хотим ее перевести или в СНТ, или в ДНТ. Михаил Токарев разъясняет, перевод земель сельхозназначения под садовые участки противоречит установкам федерального и регионального правительства. Без нарушений действующего законодательства выполнить просьбу садоводов невозможно. Но администрация постарается найти другие варианты, чтобы жители смогли на законном основании держать свои садовые участки и дома. Я вам обещаю одно, что мы внимательно отнесемся и примем взвешенное решение законное.